Сегодня мы приготовим для своих родителей фруктовый салат. Очень легко и просто. Нам нужны для этого бананы, груши, яблоки и мандарины. Можете еще добавить киви, клубнику, на ваш вкус. Но у нас сегодня эти ингредиенты. Так, мальчики, мы сегодня чистим. А еще нам нужен йогурт фруктовый. Обязательно фруктовый, потому что если будет белый, будет безвкусный. Мандарин чистишь тоже. Ты чистишь банан. Кожуру обязательно снимаем, потому что будет жестко очень. Каждый берет по салатнице. Вот. На один салат нам хватит одной груши, одного мандарина, одного банана нам хватит и одного яблока. И яблоко зачищаю. Вы потихоньку режете мелкими кубиками. То есть берете мандаринку и ее вот так вот. Раз. Самый маленький, а режет он тщательно. Вот, все кладем слоями сначала, чтобы это было красиво для родителей. Теперь берем мы йогурт фруктовый. У нас на сегодняшний день клубничный. Знаете, держите. Вообще можно еще мед сюда добавить. Но так как у нас, мы не знаем, может у кого-то аллергия на мед, мы сегодня без меда делаем, а с медом очень вкусно. Я люблю мед, и я кладу в этот салат мед. Очень вкусно получается. Кладем столько, сколько вам угодно. То есть любите погуще? Можете погуще. И мы сейчас добавим небольшую зелень. Это мята. Пахнет она великолепно. Вы не представляете. Понюхай. Ребята, все легко, просто готовится. Да. Вот видите, вы можете так порадовать своих родителей. Приятного аппетита, всего доброго, до свидания.